Здравствуйте, меня зовут Алексей. Мы с вами знакомы по роликам «Как ловить, варить и жрать снегирей». Здравствуйте, меня зовут Алексей, я являюсь консультантом магазина «Вкант». Здесь мы будем говорить о самокатах. Самокат – это колесное транспортное средство, предназначенное для перемещения тела из точки А в точку Б более безопасным способом, чем ролики, чем велосипеды. Начнем разговор о самокатах для самых маленьких. Развитие ребенка и приучение его к спорту может начинаться с самого раннего возраста, 1,5-2 года, то есть как только ребенок более-менее себя хорошо начинает ощущать на ногах, ходить, бегать, да. Компания Глобер утверждает, что в принципе их техника растет вместе с ее владельцем. Самая интересная модель у Глобера, которую мы здесь видим, называется Evo 5 in 1 Lights. Самокат растет вместе с его владельцем. Значит, 5 основных позиций, которые нам предлагает эта конструкция. Значит, в данном виде это тележечка, да, где мы за ручку можем катить ребеночка, где он ставит ножки на педальки. Значит, второе положение – это когда педальки можно удалить, да, оставив конструкцию без педалек. Да, соответственно, продолжать дальше катать, где ребенок уже пробует доставать до земли ногами. Значит, потом возможность удаления ручки родительского контроля, когда это получается полноценный беговел, достаточно устойчив, в отличие от двухколесных транспортных средств. Да. И, собственно, следующий вариант при трансформации его в самокат, то есть снятие сидушки и установки телескопической ручки в первом положении. И, соответственно, по мере роста ребенка до максимального 5-го положения увеличивать высоту руля. Ну, то есть в таком положении это вот полноценный самокат. Да? То есть поворот, как я уже говорил, осуществляется путем переноса нагрузки на руль вправо или влево. Да? То есть мы просто наклоняем руль и осуществляем поворот. При этом наклоняется тоже платформа, что добавляет, в общем-то, в полном смысле устойчивости как и райдера, так и самой конструкции. Самокат оснащен задним тормозом. Путем нажатия на вот это вот крылышко мы можем затормозить всю эту конструкцию. Также запатентованная компанией Глобер система блокировки колес. Да, что позволяет нам разблокировать, да, или заблокировать передние колеса. Это для удобства обучения катания как в самостоятельном режиме, так и придания большей устойчивости. Данная конструкция применяется только в детских самокатах, что делает его более безопасным, потому что резкий поворот руля или что-то еще может спровоцировать через рульку, может спровоцировать падение. Вот. А небольшой наклон позволяет управлять и поворачивать самокатом в ту или иную сторону, при этом сохраняя устойчивость. Особенно важно это светящиеся колесики. Колесики, когда светятся, их видно. Вот. Они доставляют не только радость ребенку при катании вечером или в какую-то сумрачную погоду, а также достаточно хорошо видны издалека. То есть это плюс к безопасности. Все это рассчитано до 50 кг максимум. Вот. И, соответственно, от 50 кг уже алюминиевая конструкция, она более надежна будет. Поэтому обращаем внимание на то, что помимо роста, и немаловажен такой показатель, как вес. Здесь мы за помощью уже обращаемся к консультантам или экспертам магазина «Вкант», которые более подробно расскажут о той или иной модели и ее назначении. Потому что самокаты в самом простом их исполнении пластиковым, да, потом алюминиевым, есть еще и трюковые самокаты. Всем спасибо за внимание. С вами был Алексей. Всем мир, май, спорт!